Здравствуйте, здравствуйте, многоуважаемые, дорогие и любимые любители кино, а также любители торрентов. Продолжаем наше обозрение. В данный момент вы можете посмотреть фильм «Экипаж». Режиссер Роберт Земекис. Это одно, по идее, уже о многом говорит. Фильм повествует о герое, герое-пилоте, который спас самолет от крушения. Вот, но во время расследования всего этого инцидента выясняется, что не такой уж он совсем и герой. Фильм снят очень хорошо. Это относится, наверное, к жанру психологического триллера. Есть о чем попереживать, есть о чем подумать, есть о чем задуматься. В принципе, конечно, не все понятно по центру фильма, но это, в принципе, и хорошо. То есть, хороший сценарист. Очень рекомендую к просмотру фильм «Экипаж». Не прошло и 10 лет с момента выхода «Башен», как на экраны вышел фильм «Хоббит». Все его ждали, те, кто читал Толкина. Вот, ну а фильм «Башни», естественно, смотрели все те, кто читал Толкина, те, которые не читали Толкина, почитали его после этого. И помню, что, в общем-то, как бы «Хоббит» — это главный персонаж всего этого повествования, который путешествует туда и обратно. Ну, об этом снят фильм, снят хорошо. К сожалению, он еще украден не на должной стадии, но на стадии хорошего качества. Но не качества такого, что можно сказать «ах, это чума какая-то». Но я думаю, что удовольствие от просмотра вы получите. Посмотрите или подождите месяцок. Фильм «Хоббит. Нежданное путешествие». Продолжаются похождения Астерикса и Обеликса. На этот раз он в Британии. Фильм называется «Астерикс и Обеликс в Британии». Действие все происходит, естественно, в Британии, это понятное дело. Естественно, с Астериксом и Обеликсом, естественно, борются они против Цезаря, как обычно. То есть в этом плане ничего не изменилось, только место действия всего. Ну и Депардье изменил гражданство, он теперь русский. Так что фильм, можно сказать, наполовину русский, наполовину французский, наверное, уже сейчас. Как и все серии про Астерикса и Обеликса, он немножечко туповат. Вот, но в качестве кино, которое не обязательно смотреть, знаете, есть такие фильмы, которые вот включаешь, но смотреть, в принципе, его не обязательно. Можно отвлекаться, можно выйти на кухню покурить, вот, можно даже, в принципе, выйти из подъезда там тоже покурить. По большому счету ничего не изменится и не пропустишь. Вот. Чем эти фильмы хороши, их можно смотреть по несколько раз. Вот, потому что и так непонятно, зачем они сняты и про что эти фильмы. «Астерикс и Обеликс в Британии». Мультик «Монстры на каникулах». В некоторых других вариантах называется он «Отель Трансильвания». Кстати, по-моему, английское название фильма, мультфильма точнее, так и есть «Отель Трансильвания». Главный герой — это Дракула, его дочка, которая идет в свободный мир. Мир полон опасностей и всяких неожиданностей, а отец пытается ее оградить. Ну, в общем-то, стандартная такая тема для обычных семейных фильмов. Снят весело, снят хорошо, с таким, с хорошим очень юмором. И посмотревший этот мультик, я и в очередной раз вот задумался, и задумайтесь и вы тоже, когда будете смотреть любые американские мультфильмы. Почему в мультиках всегда присутствует отец-одиночка? Вот вы сейчас сядьте об этом и задумайтесь. Почти во всех мультфильмах присутствует отец-одиночка. Не мать, от которой ушел отец или умер, а именно отец почему-то. Вот сядьте и подумайте. Я не могу понять, что они пытаются это пропагандировать, но везде одни отцы. Всегда только отцы. И в фильмах тоже отцы. Вот ребенок болеет непременно астмой, и отец-одиночка. Все, это нормально. Ну, это я немножко отвлекся. Рекомендую хороший мультфильм. Хороший мультфильм, господи, как он там называется? «Монстры на каникулах», вот, вот его я рекомендую. В качестве ретро-фильма, не совсем ретро-фильм, вышел несколько лет назад, рекомендую фильм «Немыслимое». Те, кто его видел, те, в общем-то, не то чтобы были в шоке, но под большим впечатлением. Под ним же был, в общем-то, и я. В главной роли Сэмюэл Л. Джексон. Еще какой-то мужчинка, хороший английский актер. Вот. Ну, здесь, наверное, не важно, кто в главной роли, хотя играют все замечательно. Здесь важен сюжет. Вот. У нас в нашей передаче не принято рассказывать сюжеты, а рассказывать о впечатлениях. Но здесь я немножко расскажу сюжет.
фильм о том, как террорист заложил в американском городе, не помню, что это был за город, ну, скажем, Нью-Йорк, 4 атомных бомбы и сдался властям. Вот, где эти бомбы, никто не знает. Они, ну, допустим, грубо говоря, придут в действие там, в 3 часа ночи, взорвутся. 3 атомные бомбы. Террорист есть. И вызывают специалиста по пыткам. И почти все действие фильма происходит в одной комнате, в пыточной, грубо говоря. То есть, понимаете, почему фильм называется «Немыслимое»? То есть, с одной стороны, есть несколько миллионов людей, которые погибнут, в случае, если бомбы взорвутся. С другой стороны, есть чудовище, специалист по пыткам, цель которого искромсать в куски этого самого террориста, но сделать так, чтобы он выдал, где эти бомбы находятся. В процессе фильма волосы становятся дыбом. У меня их, правда, нет, но тем не менее. Знаете, как есть фантомная боль, так вот фантомные волосы. Вот, фильм одно из редчайших, в общем-то, в кинематографе случаев, когда название фильма полностью оправдывает содержание. Фильм «Немыслимые». Рекомендую. Конечно, наверное, плохо на этой ноте прощаться, но не мыслите. Вот, я вспомнил. Мыслите, ребята, мыслите. Больше мыслите. Не делайте немыслимого. Спокойной ночи, спокойного дня, спокойного утра, хорошего настроения. Всего лучшего. Я Кулинкович. Пока. Humanity.